Приветствую вас на своем канале. Супы, приготовленные без мяса, я всегда считала невкусными. Но этот суп навсегда изменил мое мнение. Готовится он очень просто, быстро и получается очень вкусным. Две средних картошки нарезаем на кубики и заливаем 2 литрами чистой воды. Отправляем кастрюлю на плиту и когда начнет вода закипать, немного подсолите. И сразу же будем обжаривать наши овощи. Сковородку разогреваем на среднем огне, первым забрасываем туда лук. Жарим все на среднем огне, когда лук станет прозрачным, добавляем столовую ложку муки. Размешиваем все хорошо и также жарим все на среднем огне. Лук с мукой непрерывно помешивайте и как только услышали приятный аромат, похожий на орех, добавляем все остальные овощи. У меня это морковка, сладкий перец и тыква. Когда дома нет тыквы, я готовлю без нее. Тоже получается очень вкусно. Огонь прибавлять не нужно, все хорошо жарим также на среднем огне, даже лучше ниже среднего. Все хорошо размешали, через 2-3 минутки добавляем черный перец и обязательно куркуму, можно добавить 1/2 чайной ложечки. После того, как специи окунутся в масло, аромат будет очень вкусным. Все хорошо размешайте и продолжаем жарить наши овощи примерно 5 минут, главное, чтобы ничего не горело. Затем добавляем кусочек сливочного масла. На 2 литра воды нам понадобится 250 грамм красной чечевицы. Чечевицу нужно промыть хорошо под проточенной водой, и затем добавляем ее к овощам. Теперь хорошо все размешайте и обжариваем чечевицу буквально минутку. Достаточно того, чтобы она просто окунулась вся в масло. Картошка у нас уже почти готова, теперь все со сковородки всыпаем в кастрюлю. Хорошо все размешиваем и варим примерно 15 минут. Овощи должны стать полностью мягкими. При помощи блендера измельчаем содержимое кастрюли. После этого пробуем на соль, если надо, немного подсолите. Теперь приготовим заправку, это очень важный момент. Для этого нужно измельчить 1 сладкий перец, можете очень-очень мелко нарубить его ножом. В тарелке у меня измельченный сладкий перец и столовая ложка томатной пасты. Отправляем это все в сильно раскаленное масло. Обжариваем все на сильном огне буквально 1,5-2 минутки. Заправка готова, можно суп подавать к столу. И еще один маленький секрет вкуса – это сок лимона. Перед подачей в каждую тарелку выдавите немного лимонного сока. И также перед подачей добавляем заправку. На вкус заправка получается кисло-сладкой. И когда кусочки перца попадаются в супе, это очень-очень вкусно. Деткам я заправку не добавляю, вместо этого можно добавить кусочек сливочного масла. Это самый любимый суп моего сынули. На этом все, подробный рецепт вы найдете в описании. Спасибо, что были со мной. Если все понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!